Здравствуйте, товарищи спортсмены! Здрасте! О, ну так не годится. Еще раз дружнее. Здравствуйте, товарищи спортсмены! Здрасте! О, вот так держать. Сейчас я вам скажу тронную речь. А ты откуда? Это я тебя выбрала? Да. А зачем? Не знаю. Я не знаю. Сережки снять. Серьги носить буду только я и никакой косметики. Я ваш тренер. Зовут меня Александра Ильинична. Повтори. Александра Ильинична. Правильно. Вы приехали на базу сборной, но это еще не означает, что вы являетесь членами лучшей юношеской команды. Пока мы вас оцениваем. Оценим, купим. Как зовут? Яна. Хорошо. В общем, оценивать будем 2 недели. Я лично за это время из вас выжму все соки. И морковный, и яблочный, и желудочный. Вот так. Ой, а это что такое? Где ты? О, оказывается, у тебя лицо есть. Второй дикобраз. А намазалась-то, намазалась. Косметику смыть. Лодыри из-за знаек не потерплю. Выгоню в шею. Работать будем в поте лица. Подъем в 7. Зарядка. Кросс. Потом, значит, тренировка до 12. Час отдыха. Море. Ой. Обед. Полчаса отдыха. Кросс. И ужин. Дальше телевизор. Кино, шахматы, книги. В общем, грамотные. Расписание висит в столовой на стене. Прочитайте. А сейчас по комнатам. Занять постели, быстро переодеться и на песок. Побегаем, разомнемся немножко-то. Вон, жиры какие развесили. Смотреть тошно. Распределяйте их по комнатам. Живей, девочки. Девочки,